Не понимаю, как так вышло. Я должен был доставить ее к цикадам и уйти. Но когда проходишь с кем-то полстраны... Она хотела, чтобы я иммунитет что-то значил. Может, я купился на эту идею найти лекарство? А может, просто хотел помочь ей? И мы добрались. Мы нашли цикад. С ее помощью они и правда собирались сделать лекарство. Вот только она бы погибла. Господи! Доктор! Что ты здесь делаешь? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай, сколько жизней мы спасем. Черт возьми, Джоэл. И что же ты? Я ее спас. Пошли, детка. Держу. Держу. Перекрыть выходы! Тебе не уйти. О, черт. Господи. Это... Серьезно. Что ты сказал, Элли? Я сказал, они провели тесты. Я сказал, иммунитет ничего не значит. И она поверила? Она ничего не ответила. Пора возвращаться.
Пойдем. Давай, я их отведу. Ты иди. Точно? Да. Ладно. Касаемо того, о чем мы говорили. Наверное, я поступил бы так же. Обещаю, я никому не расскажу. Увидимся, Томми. Идем. Привет. Элли. Боже. Зачем так пугать? Я стучался, но... Ну? Что? Что такое, Джоэл? Просто зашел. Люди... Знаешь, только все и говорят, какая ты классная. И как здорово ты им... Помогаешь? Хорошо. Ага. Мы с Томми недавно выбирались прокатиться, и он... Он рассказал мне шутку, я хотел рассказать тебе. А, черт, забыла я. А... Что-то про часы. Как же там... Джоэл, уже, ну, поздно, мне... Вставать через пару часов. Да, я понимаю. Я сейчас оставлю тебя в покое. Только покажу кое-что. Подожди секунду. Что это? Ну, некоторые называют эту штуку бревном. Смешно. Сыграть тебе? Давай. Хорошо. Обещай мне, что не будешь смеяться. Я не буду. Не буду. Я тебе верю. Sometimes you'll succeed to make this man of me. All my
I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see. Вот так вот. Ну, не так уж и плохо. Ну уж как умею. Она твоя. Нет. Нет, нет, нет. Я же не знаю, как на ней играть. Я же обещал, что научу тебя играть. Обещал. Ну так что, завтра начнем? Ладно. 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 Ты вспомнил ту шутку? Почему от скуки хочется разбить часы? Чтобы убить время. Глупость какая. Ага. Спи, малышка. Джесси. Привет. Прости, я проспала. Дай мне минутку, я оденусь. У тебя после моего ухода та еще ночка была. Она поцеловала меня. Просто Дина такая Дина. Это ничего не значит. Я вообще-то о твоей ссоре с Сетом. Ты целовалась с Диной? О. Я думала, мы что... Мы с ней неделю как расстались, а ты к ней лезешь? Нет. Она, наверное, хотела, чтобы ты ревновал. Я бы не... Ух, черт, как неловко-то. Да я прикалываюсь. Мне все равно. Одевайся. Ты ужасен. Ужасно то, что ты сделала. И собирайся, мы опаздываем. Нормально. Ладно. А, да. Ну. Джоэл уже встал?
севера отсюда видели зараженных. Мария отправила его и Доми на разведку. Отстой. Да, поспали, наверное, совсем мало. Уж точно меньше, чем ты. Молчи. Я собиралась вставать. Ну-ну. Правда. Ты все взяла? Да. Короче, с утра все разговоры о тебе. Что? Я же все правильно понял. Ты целовалась с Диной. Она со мной. Из-за чего Сет назвал тебя нехорошим словом? Ага. Потом Джоэл ему врезал. Просто толкнул. И ты наорала на Джоэла. Вот этого я не понял. Вчера был странный вечер. Да прикольно ведь. Мария хочет поговорить. Где она? Допоздна. Играет. В столовке. Это из-за Сета? Не знаю. Скажи, ты меня не видел. Не-а. Ты мне вообще друг или как? Что за наезд? Слушай, но ты не в обиде, да? На тебя? Да брось. Мы с Диной все. Я знаю, ты просто не подумай. Элли, я не в обиде. Честно. Спасибо. Крутяк. Эй, Элли. Привет, старичок. Да, давай почешу. Привет, Джесси. О, привет. Будем считать, пока что я тебя одолжил. Но на следующей неделе рассчитаем. Конечно. Завтракать будешь? Нет. Где Мария? Вон та. Извините. Элли, подойди сюда. Сет хочет тебе кое-что сказать. Я не хочу слушать этого шовиниста. Выслушай его. Прошу. Ладно. Сет, подойди. Вот срань. Элли. Слушай, вчера я выпил лишнего. Ничего. Я хочу сказать прости. Мария сказала, вы с Диной идете в патруль. Я сделал вам сэндвичи. Ладно. С говядиной. Спасибо, Сет. Да. Ну, будьте осторожны. Ага. Благодарю, Элли. Что тут у тебя? Шовинистская еда. Пахнет вкусно. Забирай. Не будешь?
Бери. Иди прогуляйся. Ну ладно. Чур моё. И я хочу, чтобы ты подменил Томми и Джоэла. Ребятам давно нужна передышка. Где мне их искать? В опорном пункте на северо-западе. Они будут там к вечеру. Будь начеку. Зараженные стали попадаться слишком часто. Ладно. Я хотел осмотреть тропы у ручья. Надо кому-то это поручить. Элли, знаешь тропы у ручья? Не знаю. Дина там бывала. Вот пусть вдвоем исходит. Значит, решено. Элли, можно тебя на секунду? Чего? Я не знаю, чем тебя мог обидеть Джоэл. Мария. Ты ему очень дорога. Я уверена, он не нарочно. Все в норме. Да? Да. Ладно. Что ж, прости, что лезу. Береги себя. Спасибо. Эй, Дина, дела ждут. Подожди минутку. Проводи свою подружку к конюшне, пожалуйста. Боже мой. Дина, у тебя есть минутка? Ребят, стоп, игра. Надолго. Привет. Привет. Я хотела извиниться за то, что вчера сбежала. Да ладно, чего ты? Я все понимаю. Мне самой совестно. Почему? Это же я тебя подставила. Взяла и зачем-то поцеловала тебя на глазах у всех. Ты напилась, бывает. Все равно, ты просто не думай. Да я поняла, это так, прикол. Знаешь, что я в тебе люблю? Ты меня никогда не перебиваешь. Ладно, нам, наверное, уже пора ехать. Да. Ай, вы охренели? Я вообще не играю! Потому что трусишь! Этот пацан меня бесит. Надерем ему зад? Да, давай. Ну, держитесь! Мы вас уроем, гаденыши! Офигеть! Прячься! Быстрее, быстрее! Ай! Мы вас уделаем! Из катапульты! На тебе! Я тебя сейчас наваляю, по-настоящему! Нравится? Ну, держись, малявка! Выкуси! На тебе в харю! Я тебя вижу! Ай! Я тебе потом отомщу, Алекс! Я тебя вижу! Нет! Нет, ушки! Прячься! Жри, снег! Родители тебя не любят! Ой, у тебя снег в волосах! Отсоси! Ай! Кто тебя научил? Ай! Уже не снег опал! Нечестно! Пала!
научите! Эй! Нравится? Лови ее! Вам это с рук не сойдет! Ну, слезьте с нее, изверги! Эли! Эй! Все, хорош! У нас вообще-то дела есть! Кыш! Вот! Ага. Пошли. В общем, Джесси поручил нам тропы у ручья, а он подменит Джоэла и Томми. О, мило, что он послал нас вместе. Маршрут тебе понравится. Доброе утро. Доброе утро. Девчонки, я их отведу. Спасибо. Вот умница. Смотри, кто пришел. Спасибо. Пойдем. Пошли. Искра. А, смотрите, как ты идет с нами. Да, да, да. Одно тебе. И одно тебе. Открывайте! Успокоились, детки? Слушайте, вы все знаете. Идете по маршруту, отмечаете в журналах, убиваете зараженных. Если не можете с чем-то справиться, возвращайтесь. Будьте разумны. Ну ладно. Пошли. Привет. Привет. Что тебе такое снилось? Я разговаривала. Опять странно скрипела зубами. Ты где пропадал? Хватай вещи, покажу тебе кое-что. Что? Не бойся. Пойдем сюда.
холодно. Может, все-таки дождемся, когда солнце взойдет и потеплеет? Нет. Это срочно. А сказать ты мне не можешь? Увидишь сама. Какого перепугу ты шатаешься здесь в одиночку? Не спалось. И тебе тоже? Чем дальше на юг, тем красивее виды. Может, поедем дальше? До самой границы с Мексикой? Я об этом думал. Заглянем в родной город Мэнни. Да, по-моему, он немножечко приукрашивал. Да, скорее всего. Ты что, здесь ночью ходил? Да. Ну, пойдем. Если так и дальше пойдет, у нас не останется сил на вылазку. Тут недалеко. Слушай, что с Мел? Она последние дни сама не своя. За нее не бойся. Хватит чудить, ты меня пугаешь. А что такого? Прыгай осторожней. Хочешь бросить Мел? Что? Не. Да сейчас. А мне хватило, спасибо. Ай. Не все же такие атлеты, как ты. Конечно. Что это? Не боись. Слишком высоко. Давай. Смотри на меня. Эбби, не смотри вниз. Оуэн, обратно идти тем же путем? Для тебя это шанс преодолеть свои страхи. Надрать бы тебе задницу. Эбби, не кокетничай. Ты здесь? Мы на месте. Вашу мать. Это же целый город. Ага. Ты кому-нибудь рассказал? Еще нет, ты первая. Я видел здесь вооруженный патруль, идущий вон к тому блокпосту. Там еще несколько блокпостов. У них там электричество, пушки. И куча народу. Ну, мы справимся. Ладно. Предположим, он там. Как к нему подобраться? Можем подкараулить один из патрулей и узнать. А потом... Не знаю, как-нибудь выманим его. А, ну да. Уверен, они будут рады поделиться информацией. Мы их заставим. Ты себя слышишь? А ты что предлагаешь? Что с тобой происходит?
Мел беременна. А. Ясно. Дело не только в этом. Мне поздравить тебя? Когда остальные это увидят, они захотят вернуться. Мы убедим их, да? Знала же, что нельзя на тебя положиться. Эбби, я хочу того же, что и ты. Но не любой ценой. Эй! Руки! Увидимся в сторожке. Могу сама все Он обрюхатил Мел. Черт. Ты живой? О, черт. С дороги. Ah!
плечо. Сюда выбраться. Затея. Где опорный пункт? Он где-то рядом.
Вот так вам всем. Черт, куда идти? Следы копыт. Где же патруль? Поехали. Сюда. Я за тобой. Ты не скучаешь по нему? По Джесси? Нет. Вы долго были вместе? Джесси прикольный. Родители у него клевые. Вот у них крепкая семья. А мы жили на автопилоте. Слушай, а почему мы никогда об этом не говорили? Не знаю, мне казалось... Просто мы никогда не обсуждали Кэт.
Ну так, и обсуждать-то особо нечего. Да ну. Просто мне казалось, она тебе не нравится. Да мне-то на нее вообще пофиг. Ну-ну. Ну, талант у нее есть. Я эту твою татуху оценила. Ты такая добрая. Но вы с ней были не пара. Интересно. Заткнись. Ладно. Привяжи искру здесь. Хочешь увидеть кое-что поразительное? Ты сейчас на свою рожу покажешь? Ты уж поверь, самое поразительное. Сил моих нет. Пойдем, дурында. Нам сюда. Как тебе вид отсюда? Красиво. У этого маршрута свои плюсы. Где тут надо отметиться? Пошли. Черт. С кем ходила по этому маршруту? С Джесси? С Юджином. О, Юджин. Веселый был мужик. О, да. А еще он научил меня менять проводку в аппаратуре. Всем бы нам быть такими 73. Всем бы дожить до этого возраста. Отметишься? Что здесь было? О, это бывшая радиовышка. А это, я так понимаю, бульбик Юджина? Ха, это мой. Он мне его отдал. У тебя, кстати, с собой нет? О, увы. У Юджина всегда был запас.
Готово. Иди сюда. Город, последний пункт маршрута. Посмотри. А вот и город. Это вот где вышка? Да, там следующий опорный пункт. Это супермаркет? Да, мы пройдем мимо него по дороге в город. О, вон там лыжная база, которая на маршруте Томми и Джоэла. Она самая. Я вижу бурю. Можно будет покататься на санках. Угу. Пойдем за лошадьми. Вопрос. На тебе та же одежда, что и вчера? Она чистая. Я не осуждаю. Слушай, это же вылазка. Мы убиваем зараженных, а не красуемся. Ты и так хороша. Ну, спасибо. Хорошо бы умереть, как Юджин. От инсульта? Нет, от старости, прожив долгую жизнь. Ты-то? Куда тебе? Ты же безбашенная. Кто бы говорил? Ты, скорее всего, загнешься от переохлаждения, гуляя по снегу в кедах. Сейчас-то на мне ботинки. А знаешь, как ты умрешь? Да, угадаю. Ты меня убьешь? Может быть. Иди в жопу. Ну, прости. Может, осмотрим эти дома? Вроде тихо, но можно, если хочешь. Что-нибудь да найдем. Что ты знаешь про это место? Еще один эвакуированный квартал. Зараженные почти никогда сюда не доходят. Мы обычно ловим их на внешнем периметре. А эти трейлеры клевые. Такой передвижной домик. Думаешь, люди правда на таких много путешествовали? А ты бы не стала? Если бы жила до эпидемии, то да, я бы всю страну объездила. Или скаталась бы за границу. Может, когда-нибудь. Да, мечтать не вредно. Джесси все собирался поехать в Канаду. Там типа гигантские водопады. Хотел на них посмотреть. Серьезно? Он же влюблен в Джексон. У всех свои мечты. Какие планы на вечер? Хотела позвать Джоэла посмотреть фильмец. Оу. Вы что, помирились? Ага. Какой фильм будете смотреть? Джоэл что любит? Кёртис и Змей 2.
Этот я давно уже собиралась глянуть. О, да. Мы раньше смотрели эти дурные боевики 80-х. Он от них тащится. Да ты что? Да и мне они нравятся. Ну, а ты? Ты что будешь делать? Ребята собирались устроить вылазку. Покататься на санках. Прикольно. Ага. Хочешь, потом встретимся? Ну, давай. Может, сыграю тебе на гитаре? Ладно. Бедняжка. Кёртис и Змеи 2, это про что? Это про двух бывших десантников, которые мочат злодеев. В этой части они, по-моему, борются с русскими шпионами. Типа того. А это интереснее, чем я думала. В общем, этого молодого, Змея, обучали ниндзя. И он нереально крут. А сколько ему было в первой части? 10. Стоп, а сколько всего фильмов отсняли? 4, что ли. Да уж. Последний Джоэл смотрел еще в кино. С ума сойти. Точно. Как думаешь, кто-нибудь еще снимает кино? А как же? Откуда ты знаешь? Ведь, может быть, все теперь как мы. Просто борются за жизнь. Ну, я же пишу музыку. А у кого-то есть камера. О, такое у меня нет. Ты же вроде собираешь такие карточки? О, да. Стоп, стоп, стоп. У тебя есть свои песни? А почему ты мне их не играла? Я не знаю. Давай, сыграешь сегодня что-нибудь свое? Посмотрим. Спокойно, милая. Охренеть. Это еще что? О, ну его. Зараженные постарались. Сколько нужно зараженных, чтобы завалить лося? Больше одного. Ну и где они теперь? Давай поищем. Черт. Я их слышу. Как же они туда попали? Дина, сюда. Бегом. Жекс.
Надо попробовать пробраться в подсобное помещение. Это мысль. Все путем? Ага. Красиво ты его, кстати. Спасибо. Тот вход был забаррикадирован. Как этот бегун сюда пролез? Да, хороший вопрос. У тебя какой рекорд по зараженным за одну вылазку? Наверное, больше всего было год назад с Джоэлом. Я тогда с десяток уложила. У тебя? Один раз около 20. Тут недавно прошла группа. Хрена себе. Может, сегодня побьешь свой рекорд. Дина, сюда. Тут бегуны. Только не шуми. Посмотрим, как пойдет. Всех уложили? Да, похоже на то. Ну, еще остались те в супермаркете. Обойдем здание. Где-то же должен быть вход. Элли, помоги залезть. Хочу осмотреться. Ну, залезай.
Я вижу дыру в крыше. Хватайся. Спасибо. Смотри, видишь? Ага, давай подумаем, как туда пролезть. Дина, давай здесь. Элли, ты цела? Да. Только ушиблась. Надеюсь, ты умрешь от старости, а не от заражения. Не хочу стрелять в твою милую рожицу. По рукам. Класс. Так как залезть на крышу? Не знаю. Иди сюда. Я внутри. Смотри, нашла спиртное. А я тряпки. На, замотай раны. Вижу споры. Маски. Согласна. Только помни, я не хочу стрелять в твою милую мордашку. О, какая забота. Только спор, значит, они давно здесь. Не нарваться бы на старых зараженных. Ага. Это часть супермаркета? Не знаю. Он вроде под нами. Нам надо на первый этаж.
Ух ты ж, получилось. От этих слепых гадов мороз по коже. Надо убедиться, что больше в здании никого нет. А потом сразу сваливаем. Я только за.
Элли, я нашла дверь. Поможешь? Согни колени. У меня для тебя подарок. Подарки я люблю. Элли. Держи. Спасибо. Осторожнее. Я профи. Еще не все. А их тут прилично. Что скажешь? Сначала бегунов. Посмотрим. Beregit!
скотина! Берегись! Черт, берегись! Давай! Остался кто? Не. Знаешь что? А мы крутые. Да. Ребята не поверят, сколько мы уложили. Так. Доберемся до опорного пункта и переведем дух. Мы заслужили отдых. Согласна. Ты видишь выход? Не поддается. Ладно, вот что мы сделаем. Ты просто перебросишь меня через ту дыру в крыше. Ладно. Вот кабель. Достала. Ага. Думаю, выдержит. А то. Ладно, сойдет. Я пошла. Ты смотри аккуратнее. Тут сильный ветер. Городом. Ну, веди. Слушай, далеко еще? Ладно. Все хуже и хуже. Вернемся назад? Не успеем. Тут осталось-то. Я знаю, милая. Знаю. Держись. Дина, сколько еще?
Дина! Дина! Черт! Дина, ты где? Бывала тут? Проездом. Внутрь не заходила. Ладно, давай тут все осмотрим. Дверь заперта намертво. Там что-то виднеется. Кажется, это кровать. Думаешь, здесь кто-то живет? Не видишь другого входа? По-моему, тут давно никто не бывал. Блин. Надо глянуть, что там. Ладно, можно и так. Это что тут такое? Столько электроники. Это Юджин притащил. Ты уверена? Да, больше никто не стал бы с этим возиться. Но зачем он от меня это прятал? Это точно его убежище. Он из Цикад? Он служил с Томми. Я и не знала. Да уж. Они много всякой хрени повидали. Ты о чем? Он сказал, что взорвал блокпост в Денверской зоне. Убил 3 солдат. И 2 жителей. Господи. А еще он говорил, что они с Томми пытали какого-то генерала. Ну, не знаю, чтобы Томми пошел на такое. Он и не такое мог. В смысле? Они с Джоэлом на все шли, лишь бы выжить.
боже мой. Это Томми и Юджин. Выглядят тут как младенцы. Свет, обогреватели. Где-то у него тут должен быть генератор. Ради цикад он бросил семью. Жестко. Юджин. Эй, я нашла генератор. Так-то лучше. Ого. Крутой у тебя верстак, Юджин. Тут можно модифицировать оружие. Да, вполне. Здорово получилось. Так-так. Элли, посмотри на пол. Там еще что-то есть. Ты видишь, как спуститься? Здесь никак. Помоги. Что у него там такое? Ясно же, секс-берлога. Поэтому он тебе и не рассказывал. Надеюсь, что секс-берлога, а не что-то еще. Он страдал от одиночества. Там, наверное, просто какой-нибудь большой телек. Боже мой, это ж травка. Куча засохшей травки. Это многое объясняет. Смотри, у него тут кассеты. Dong of the Wolf. Smash Brandy Scooch. Это... порнух. Интересный выбор, Юджин. Видела бы Мария, она бы взбесилась. Как он все это организовал? Это ж сколько времени нужно. Что же он мне не сказал? Я бы ему помогла. Дина, это маска, чтобы травку курить. Какой же он был умный.
А. О, неплохо. Она не сгнила? А травка может? Проверим. Не можешь открыть? Все, я могу. Срань. Дай-ка сюда. Ну-ну, будто у тебя выйдет. Ну да, тут. Ага. В жопу. Ты совсем долбанутая? Ну, открыла же, да. Нормально. А ладно. Мы ведь все равно тут надолго. Безусловно. Можно тебя спросить? Ну, давай, рискни. По 10-бальной шкале. Где 1 — полное отстойще, а 10 — это верх блаженства. Как бы ты оценила тот наш поцелуй? Зачем поднимать эту тему? Ты сказала, это ошибка. Я так сказала? Что ты делаешь? Я прошу тебя дать оценку. Не знаю. По-моему, 6. 6? Да. 6 без минуса. Ну да. Вокруг было много народу. Да, но 6. О, а что? Теперь мне правда интересна твоя оценка. Лучше не знать. Где они?